Давайте еще громче поприветствуем наших артистов. Итак, спектакль «Все начинается с добра». Высоко в небе, но часто прилетаю на землю, чтобы помогать людям. Ведь иногда они путают, где добро, где зло, и начинают поступать неправильно. Совершают плохие поступки. Это так печально. Однако есть мы, ангелы. Мы невидимы, но всегда рядом. Шепчем на ухо правильные советы, подсказываем, как нужно поступать. Жаль, что не все люди нас слышат. Становятся совсем плохими и превращаются кто в преступника, бабу-ягу или разбойника какого. И вот недавно увидела я с небес, что бабы-яги в домике девочка появилась. С виду обычная, но только ведет себя совсем ужасно. Спасать ее надо, потому что чем хуже ведет себя она, тем быстрее ее сердце становится злым и черным. Баба-яга только тому и рада. Обучает девочку злым наукам и вредностям. Еще чуть-чуть и станет она маленькой бабкой-ёжкой. А этого допустить нельзя. Ребята, вы мне поможете спасти Наташу? Ну что же вы молчите? Я же знаю, у вас светлые сердца, раз вы меня видите. Вы мне поможете? Спасибо. Вижу, сердца у вас действительно светлые. А значит, у нас точно все получится. Чем прощай, я баба-яга, пусть запомнят все.
действительно важный день. Ох, ведь у моей любимой внученьки Наташеньки день рождения. Надо ж все-таки стол красиво украсить. Вы еще кто? Детишки? Фу ты! Вас еще не хватало. Хотя можете оставаться на нашем празднике сегодня. Я думаю, Наташенька будет не против. Но просто так я вас не оставлю. А только после того, как вы отгадаете все мои загадки. Вы справитесь? Да! Не слышу. Да! А еще громче. Да! Ну тогда приступим. Ну сейчас самая легенькая загадочка будет. Висит груша, нельзя скушать. Да! Что? Да! А еще громче. Да! Хорошо, правильно, молодцы. Давайте, сейчас будет посложнее. Сидит краса в темнице, а коса наружу. Что-что? Повтори, мальчик. Еще? Молодец. А сейчас я загадаю такую загадку, которую вы никогда не отгадаете. Готовы? Давайте. В воде не тонет, а в огне не горит. Нет. Красная шапочка? Ну уж нет. Еще варианты какие? Что? Нет. Что-что? Молодец, девочка, это был лед. Давайте поаплодируем ей. Отлично, с загадочками моими вы справились. Ну вот только смотрю, вас как-то много. А давайте проверим, кого больше, мальчиков или девочек. Смотрите, если ты девочка, то громко-громко хлопай в ладоши. А если мальчик, топай ножками. Но только по моей команде. Давайте, 3, 2, 1. Девочки! Громче, громче! Мальчики! Молодец, мальчик! Девочки! Мальчики! А теперь все вместе! А теперь с Бабой-Ягой! Отлично! Молодцы! Ничья! Ой, а чего это вы все такие красивые? Сегодня праздник, что ли, какой? Праздник? Ну так не пойдет, вы должны быть страшненькими. Ну покорчите, да рожицы, что ли? Ну как я, вот так. Давайте, вы. Вот так. Девочка, давай. Молодец! Ну это совсем не страшно. Давайте хоть что-нибудь посмеемся по-нечеловечески. Вот так, как я. Давайте вы. Ой, как страшно. Молодцы какие. А сейчас цыц. А то разбудите мою внученьку любименькую. Она только отдыхать изволила. Бабушка, кто это? Кто там орёт? Ух, разбудили всё-таки. Выходи сюда, Наташенька, тут гости к тебе пришли. Ой, не поняла, а что это ещё за слово такое ласковое? Бабушка, фу! Бабка, я яга, дуря ты башка! Поняла, поняла. А что за шум? Это, наверное, гости ко мне пришли? Конечно, гости. Смотри, полный зал людей. Мои? Денрожденские?
Ты же обещала мне гостей из волшебной страны позвать. Ну что, кого ты на этот раз в лес заманила? Опять всякую нечисть? Честно говоря, надоело уже это. Приглашаешь, кого ни попадя. Наташенька, ну я же ради тебя стараюсь. Вот чем тебе твой прошлый день рождения не понравился? Ага, пригласила кота Баюна, Кощея Бессмертного, Кикимору, Водяного и Чудо-Юдо Болотное. Ну да, конечно, друзья-то наши закадычные. Мы ж вместе с ними людей пугаем и страх на них нагоняем. А зачем их на мои именины звать-то было? Ой, началось. Кот Баюн улегся на печку и проспал весь вечер. Чудо-юдо болотное, что и делала, чтоб я бы к шерсти вычесывала. Кикимора вместо подарка притащила трухлявый пень. А танцевать было вообще не с кем. Кощей костями гремел, гремел, да и растерял их. И потом изнылся. И где моя рука, куда отвалилась? А Водяной хлюпал водой так, что я вся намокла. Чуть насморк не подхватила. Ну уж нет, чудошка моя страшненькая. На этот раз я к тебе правильных гостей приманила. Феечек разненьких, принца заморских и супергероев. Хочешь, познакомлю? Хочу. Отлично, сейчас только спущусь. Иди быстрее, старая, хочу уже посмотреть. Ну, так я ж не могу, да быстрее. О, смотри, это принц плохого настроения. Ну как тебе? Интересно. Да, вот это вот фея гнилых зубов из страны кариеса, да. Вот это вот принц из страны немытых рук из-за марахи. Ой-ой-ой-ой. А вот это вот фея капризов из страны вредностей. Так-так-так, кто тут еще есть? Кто? Вот это вот? Так, ты. Но ты у нас будешь феей невыученных уроков. Да? Ой, какая девочка. Но она точно из страны злых кошек. Видишь? Да, это уже что-то интересненькое. Ох, ну ты их тут попугай. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну как мы любим. Помнишь, как я учила? А да. Я пойду... Ой-ой-ой-ой, вздремну. Иди, иди, старая. Сама такая. Пугать не хочу, скучно. Целый день только этим и занимаешься. А я ведь не всегда была такой. Но сейчас не об этом. А ну, признавайтесь, веселиться вы умеете? Да. Это мы сейчас и проверим. Эй, вы, выходите, мне помогите, с ребятами спляшите. А вы оставайтесь на своих местах и повторяйте за нами. Вверх-вниз, вверх-вниз. Туда-сюда, туда-сюда. Вверх-вниз, вверх-вниз. Туда-сюда, туда-сюда. Повторяем. We'll be right back.
А ты еще что такое? Не то человек, не то птица. Ощиплеть может. Перо в хозяйстве пригодится. Я не птица и не человек. Я тот, кто принесет в твое сердце свет. Какой еще свет? Не в темноте хорошо. Разве? Ведь в сердце твоем все еще живет добро. Фу, какое мерзкое слово! Слушай, сгинь по-здорову! Эх, Наташа, как же ты не поняла. Я ангел, и раз видишь меня, значит, в душе твоей все еще есть светлая сторона. Чушь! И Наташа я, а бабка Ёшка. Вспомни, ты же на самом деле совсем не злая. Вон как с ребятами танцевала. Ну и раньше. Ты жила вместе с людьми, была доброй, отзывчивой. Ведь это, помнишь ты? Даже если помню, что с того? Уже не вернуть ничего. Ошибаешься, Наташа. Ошибаешься. Посмотри, это мысли твои, светлые, чистые. Только взгляни. Можно исправить все, можно вернуть. Лишь сердце, Наташа, доверь ты свой путь. Тишину, и сердце мое во тьме давно. Я плохая, буду делать зло, ведь так отныне не суждено. Нет, неправда. Выход есть всегда, и все зависит лишь от тебя. Кем ты хочешь быть, кем хочешь стать, только тебе выбирать. И всегда портят всем настроение. Важно только помнить всегда, что все начинается с добра. В студии ведущих нон-стоп городского дома культуры номер один имени Андрея Дмитриевича Дементьева. Спектакль «Все начинается с добра». Руководитель, режиссер, постановщик спектакля Юлия Котина. Ваши овации. Уважаемые зрители, наше мероприятие подходит к концу, но для ребят у нас еще один сюрприз. Сейчас, когда вы будете на выходе из зала, просьба собраться в фойе Дома культуры. Для детей будет развлекательная анимационная программа, но наши персонажи вас туда вас проводят. Спасибо большое за внимание, до новых встреч! Добра, боюсь ли с другом худо, не уповай на чудо, спеши к нему, всегда иди дорогой.